Сегодня в полдень на площадь флага неравнодушные сочинцы начали приносить цветы и свечи. На импровизированном постаменте разместили имена и фотографии погибших, а также стихи, посвященные трагедии. Идея провести митинг памяти появилась накануне вечером. Организаторы оповестили об этом горожан через популярные соцсети. Мы собрали всех друзей, которые будут приходить в течение дня, с утра до вечера, кто как в связи с работой, как получится, и возлагать цветы в память ушедшим, чтобы показать, насколько все это затронуло сердца и души людей. Хотелось бы тоже почтить память, пособолезновать близким, родным, которые ждали их в аэропорту, так и не дождались. И, конечно, это касается каждого человека. Если мы, люди, имеем хоть капельку человечности, каждого это затронула ситуация. Напомню, крупнейшая в современной истории России авиакатастрофа произошла 31 октября. Рейс российской авиакомпании «Когалым-Авиа» разбился в Египте вскоре после вылета из Шарм-эль-Шейха в Петербург. На борту было 224 человека. В эти траурные дни митинги проходят во всех городах России.